Всем привет! Вы на канале Баранки Гну. Меня зовут Тимур, и сегодня я готовлю грибной суп-пюре. Для приготовления я возьму грибы лесные, замороженные, и свежие шампиньоны. Нам понадобятся шампиньоны, грибы лесные, вино белое, лук, сливки, чеснок, мускатный орех и соль. Из пары шампиньонов нарезаем несколько нетолстых ломтиков из середины. Откладываем их в сторонку, они нам понадобятся в дальнейшем для подачи крем-супа. Остальное можно порезать просто на кусочки. Лук чистим, нарезаем на кусочки. В сковороду наливаем масло, даем разогреться. Лук отправляем в сковороду. Выдавливаем в него чеснок и подрумяниваем до золотистого цвета. Добавляем шампиньоны. После того, как подрумянятся грибы, вливаем белое сухое вино и выпариваем наполовину. Огонь здесь можно прибавить. Добавляем черный перец, соль и мускатный орех. Убираем с плиты. Лесные грибы посолите и готовьте на маленьком огне под крышкой 10 минут. Добавляем в кастрюлю наши шампиньоны. Добавляем сливки. Перемешиваем, даем еще повариться минут 5. Снимаем кастрюлю с плиты и пробиваем все блендером до однородной массы. У меня это заняло около 2 минут. Очень нежный суп с невероятным ароматом. Рекомендую приготовить. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я всем желаю удачи и до новых встреч!